Дорогие друзья, ну а теперь ответы на вопросы викторины, которые звучали ранее. Сказка о попе и его работнике Балде. Как звали человека, которого встретил поп на базаре? Клим, Балда и Потап. Ну, конечно же, его звали Балда. Какой работник нужен был попу? Попу нужен был повар, конюх и плотник. Какой способ оплаты предложил Балда попу? Он ему предложил 3 щелчка по лбу. Почему поп согласился на 3 щелчка по лбу? Потому что он понадеялся на русский авось. Где жил Балда? Жил он в поповском доме. Что предложил сделать попадья, чтобы не платить Балде? Дать невыполнимую работу. Чем питался Балда в поповом доме? Вареной полбой. Что должны были платить попу черти до самой смерти? Оброк. Каких животных привлекал Балда, чтобы перехитрить чертей? Он для этого привлек зайцев. Что случилось с попом в конце сказки? Вышибло ум попу. Какой пословице заканчивается сказка? «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».